Вчера здесь бунт поднимал конкретно. Прежде взял МКЗ в парламенте, я ухипишь за рехти, бомбидзози, телефон купи. Что бы в голову не тихо, ёпва. Заинул, бери камеру. Да, все нахрен. Что, он не сможет оттуда приехать? Ну, он говорит, там дорога, говорит, не смогу подъехать. Что дорога, что он... Ора, на, там, на этой, по этой дороге, что ты, на Форде едет он, что ли? Что, там аккуратно можно... Нет, не вариант, там не вариант. Что ты говоришь, что братишься, ёб твою мать, что аша смотрела, ёб твою мать? Короче, поселок Зибягрийский район, забастовка. Это прикол будет, если я завтра не смогу выехать за границу. Вот это будет смешно. Какие ваханы чуть поближе пойдут? Там нахер все. Зорик здесь в углу поставил. И это на Бзибском посту. Пост ГАИ Бзиб. Да, да, сейчас к Давиду подойду. Ни туда, ни обратно, короче, никуда не выпускают. Ангел. Маш, в Фейсбуке эфир запусти. Здесь пиздец, что творится, ребят. Кто-то смотрит тебя? 55 человек. Народ не пропускает, народ, вот машины поставили, все поставили. Все перекрываем, ходим выбирать, да. Перекрыли полностью, все ходи, выходи. Я сейчас думаю, с ручниками не разворачиваюсь. Мы подъедем, нам тоже перекрой трассу. Здесь сейчас ебись ложится, я не хочу свой. Я вообще с автоматом вышел туда на улицу. Че, я рот, ты зачем с автоматом? Я говорю, я думал, хибиш какой-то. Но здесь мирно ходим, эти автоматы нам не нужны. Не, ну я мало ли что-то начнется, мать, что ты сделаешь? Ты подъедь, мать, да, вот так что? Да, потом к ним едешь, да. Ну пофиг. А с ним так делать еще. Пост ГАИ Бзыб. Гагарский район. Вот я его, если он задушил бы свой мотор, было бы вообще здорово. Все, остановись, вот так встанет в сторону. Сейчас мы давай будем. Он вообще задушил бы все. А это 140 вечно. Что за фигня? Надо же автомат надо было в запер, на всякий случай, чтобы выстрелы. Надо, да, да. Да вот так фигуши, не фигуши, а там выстрелы, что Так, автомат, это все.
Не, не пропускаю гости на гости. Ой, нет, надо, наверное, пропускать, что пропускать. Не, не, в смысле, дело не в этом сейчас. Поставь, куда ты едешь? Сейчас снимаю, остановись вот здесь. Видишь, снимись. Вот здесь остановись, вот так встань, где 211 стоит. Ставь там, стоим, что ты можешь делать. Ну, видите, я уже со столом посадить. Что со столом? Вот так остановись, мать, стоим. Вот здесь очень сильная, короче, я понял. Как я понял, позиция очень сильная у людей. Если честно, до конца еще не понял, короче, почему здесь так все перекрыли. Да, сзади, или подожди, вот он проехал. Оставь, ты за ним хочешь проехать? Далеко не уезжай. Или проедь, скажи. Надо обратно ехать, ёпта. Скажи, но это мазан не гости. Не-не-не, специально вас закрыть, понял? А ты что делаешь? А, так станцию. Инар, привет, братуха. Не, он уехал. Ну. Ну что за движение? Давид, дай заднего проедем. Кто и куда, не знаю. Либо не пропускай, либо пропускай. Давай тогда за ним проедем тоже здесь до хаты. На Украине тоже не все еще до конца. Дай, мать, назад. Дверь открывается. Машина выезжает, машина. А что, мать, дома? Слышишь, что случилось? Да, там сзади машина стоит. Подожди, дай проехать. Жесть, не с той целью, чтобы стрелять в кого-то, а если пойдет шумиха, чтобы можно было в воздух, чтобы потише себя люди вели. А то здесь бывают такие ситуации, когда люди голоса друг друга не слышат. Может, хлопок услышат. Вообще никого не пропускают, но здесь кого-то плохо стало и пропустили. А так было перекрывать, в принципе. Давай проедем тоже. Или это что он делает? Он блокирует дорогу? Кто поднимет, все, чтобы не видели. Ну, сейчас выйду, я не доеду, пойми, что вот да, там где стоит, посмотри. Вообще никого не пропускает. Кто не пропускает? Ора, кто не... Говорят, это наши вообще. Что не, кто не пропускает, это как понять? Ора, здесь живем, кто не пропускает, люди не пропускают. Батуха! Батал! Скажи, это батал. Ну, Юра, вот здесь, да? Обед ваш дом постыть. Как скажете, вас, братья? Юра, дай назад, просто скажи, а по сигналу не подвинуться. Что случилось, если слепый, что ли? Надя, когда подошел, это Юра ходил здесь. Юра, да? Рыжий, Гилл, рыжий! Все от нашей мадзи. Дай, мадзи, выйду, я с кайфом на улице побуду, отвечаю. Юмор. Пойдем. Что, мой, что за движение? Да, подпусти сразу. На ночь хаумезал или на сутки? Да, конечно. Если не нравится что-либо в прямом эфире, можете выйти из этого прямого эфира. Если вы не уточнили, с какой целью так сказано, вы можете это уточнить. Я уже, в принципе, объяснил, не нужно здесь говорить всякие глупости. Что пускать в эфир, не обидней.
Спасибо вам за информацию. Ну мы тоже проедем, откройте район. Юрчик! Юрчик! Где Юрчик? Вот Юрчик. Аня, ты службу взялся? Нет, нас нельзя. Бзыб, постка и бзыб. Скорая помощь тут, пожарка, тут все здесь. Давай, давай, быстрее пусть едет. Давай, давай. Там слева так можно. Не знаю. Тяжелый вопрос. Еще ничего не известно. Да, я с Махамом вышел. Он уже домой зашел. Да, желательно, да. Слышишь? Украина вас. Украина 2014. Неужели этот пост можно... Нет, да, дай бог, у нас в Украине не будет. Ну вот девушка проехала, даже молодец. Девушка, вас русская, ей можно. Смотри, что высыпано. Зачем закрыли, кто дал приказ? Приказы не нужны. В приказном тоне общения. То, что женщин пропускают, правильно. Ну да. Не пускают и в Сухум, и из Сухума. Ни туда, ни обратно, вообще не будет. Надя вообще в Таврошку вышел. Всегда видание. Знакомый мусорник, нет? Пост Зыбский. Какой мусор? Мусорник, говорю. А, мусор? Это наш мусор? Не знаю, кажется. Не, не может быть. Пост ГАИ, наверное. Да, это пост. Сюда народ пишет, зашел. Да, это сюда можно. Не знаю, вроде сейчас и ни туда не пропускать. Не короче, обратно. Сидите дома, мои хорошие. Не высовывайтесь. Самый лучший вариант. И продайте машины. Купите велосипеды, чтобы проехать. Бурзея, бурзея зашла. Всех приветствую. Мизе добрый. Вот, у меня тот же вопрос, как завтра улетать в Москву. Тебе это, чёрт, да, здесь. Что мне чёрт? Там на границе, может, то же самое, по-моему, с Александровском. Да, Александром. Привет, как его золотой пост? Я снимаю по ситуации, я не могу здесь вам прямой репортаж вести с места событий. Я вам не телевидение, это просто эфир.
Не знаю, если что-то не нравится, можете видеть. Просто есть такое понятие — демократический подход к некоторым вопросам. Я не знаю, здесь именно это происходит или нет, но сам факт, короче, вот такое движение. Такая акция. Это бзывский пост. Это протест. А у этого стиги были. Нормально снимайте, если снимаете, как будто с профессиональной камерой. Как будто вы зашли в этой 20 к журналистам, слышно, нормально снимайте. Есть где-нибудь? Да, нету. Это частный эфир, вас не нравится, вышло. Если не мой вроде. 001, если скажешь, да видимо, можешь улетать. Я хочу там проехать. Вот сколько мы эти разы спросили, в каком это месте, в Зипский пост. Ну, да, подальше, встань, чтобы 400 они... человек смотрят, я говорю же всем. Неужели мне запрочить? Ну, я не могу все. Сип Зип не могу снимать, пусть смотрят, что происходит, народ осведомляет. Конечно, плохо. Пусть все видят, знают, что происходит. Если думаешь, один камеру держу, а здесь по-любому много камер. Да, я заметил. Кто перекрыл, не можем определенно ответить на этот вопрос. Определенного ответа нет. ЗИЛ 66-й, КАМАЗ. Урал сюда, Урал сюда привезти, поставить баки эти, как в американских фильмах. Я там много припарковали, пешком газуют. Смотри, камеру, блядь, держи, братуха. Вот если не нравится, можешь сам подержать эту камеру. Можешь приехать, если посмотреть своими глазами. Участники мирной акции перекрыли трассу. Правильная информация. Айбашир Алама. Айбашир Амладзей Шамшан. Халадзон и Нахаштим Айбашир. Кудорский мост закрыт. Вахцарова. Вот написали, что люди же пишут, мир на акции перекрыли трассу. Еще где перекрыли, не знаем. 400 человек зашло смотреть. Вроде показывают, я скидываю. Какой хибис, я вам раз скидываю сюда подъедет. Амцан не показывает. Все увидят. Это по-любому все увидят. Залина, ты мой дитя. Мать, это не слышишь? Уже третий человек говорит, Тамыш тоже перекрыли. На дуре? Да, Тамышский пост тоже перекрыли. Молчали. Ну вот если далеко, то наслаждайся тем, что есть. Чему тут наслаждаться? Кто-то на мирную акцию не смахивает. Так что мы здесь войну увидели? Здесь все мирно. Я не знаю, правда, какие наши цели преследуют здесь, я не понял. Короче, ладно, несу потом. Дорогие цели, мать, к общему не пришли сегодня, вот, блядь. Ну что, Бзивскую трассу зачем? Ура, перекрывают весь вход вообще, главной дороги. Не только Бзивскую, короче, перекрыли дорога. Еще там дальше Бзиби перекрыли, потом до Бзиби еще перекрыли, так что это не только Бзиб. Посмотрим, что такое хаос будет. Кудорский тоже перекрыли, вот пишут. Рада Гинди, да, согласен с вами, это полнейший бред, никакого Айбаша здесь не будет, ничего подобного, даже не то, что даже не то, что не будет, даже думать об этом не надо. И поэтому вот так вот. Вообще дома тихо сидел, короче, смотри, как камеры, на камере смотрю, мать, какая-то суета, короче, прямо у калитки. Я думаю, ничего себе, взял автомат, вышел, мало ли что в разе идет. Зачем автомат? Возьми, проехали, Аринат оставил, понял? А как вы так проехали? Ора, пролетел нормально, никого не было, ни одного человека не было на посту. Обратно еду, понял? Смотрю, здесь уже, я думал, перевернулось что-то. Слышишь, Рината на гриппу средит. Да, он вредит. Пусть придет, родничком я подкажу, что скажешь на стол. Вся главная дорога перекрыта. Все паркуются и идут. Получите. Николь Лазба спрашивает, что это дает, не пойму. Я не знаю, может зададите прямой вопрос. Время покажет, что это даст, а так вам кто скажет, что это.
Да, здесь только время. Будущего не знаем. Понял? Тут Хибиш рада, который без тебя нельзя разрулить. И потом она записывается. Даже это умные люди, которые заходят, меня поражают просто. Чтобы за... Автомат обязательно нужен был хоть в эфире, следите за тем, что говорит. Автомат и пулемет тоже принесли. Вот просто вы то, что хотите думать, о том вы и думаете. Тут не было никакой-то определенной цели, просто для... Бывает такое, может, вы не встречали такое выражение, самооборона называется. Мало ли что может произойти. Да, когда особенно перед калиткой твоей, Вася, блядь, да. Выходишь, блядь, тут такая суета. Выходишь, недопонятно, что происходит, откуда мы знаем, что происходит. Поэтому, короче, не собирайся что-то объяснять, что хотите, хотите, так или нет. Здесь некоторые люди просто... Чуна! Куда, Димаш? Что? Ора, я на хате оставил. Я не знаю. Ора, Анри где? Не знаю. Я не знаю, все здесь. Вот Анри, а что-то я не вижу, Инар. Зипский поезд, да. Сильный вопрос, да. Не смешно, конечно, не смешно, это просто в... Короче, просто в юмор, не переживать. Как, что значит, где это? Зимский пост, где? Кто не знает, где находится Зимский пост, я его там, вот здесь. Вот. Вот. Вот так, как это? Идите к администрации, пойдемте. Что там жизнь? Что мы к администрации, ты что-то просил? Я был не осведомлен, что это мирная акция, не надо здесь умничать, я вас умоляю. Молчару. Я по-братски, меня напрягает посреди лиги, что там пишут. Я вообще не читаю, но что ты пишешь. Просто снимаю, просто. Пусть будет. Как разворачиваться? Я не думал, там встань. Ну вообще да, есть. Что у вас? Время делба, мы всегда это помним. Никогда это не забываем. Надя, убери свои надыкания. Репортаж. Сейчас я лишу кого-то ног. Че, обычно я не было, что ли? Арестантское, Луканское единство. Вон, это сюда не приписывать, я вас прошу, здесь я вас осудил, а он идем с ним.
Солданец. Фотка, я тебя прошу, Андрик не звонил. Что звонил? Идет, Андрик там вообще? Я не знаю, где Андрик. Ты просто видео сними, блядь. Я отправил ему, да, свою, он говорит, попросил меня, блядь, у меня батарея, у вас себе. Хорошо, хорошо, хорошо. Сделаем это, чтобы попросил. Не зарядку. Сейчас я сделаю. Выруби свой. Ура, подожди, снимай, люди смотрят, интересно. Нормально, камера. Иди переключи на онлайн-камеру. Я седьмой год сделал, хожу. Что говорит? Что мать там написано? У тебя нету набрать Андрея? Нет, нет. До свидания. Давай лучше лайк еще отгоню, мать, как-то постараюсь объехать это место. Завтра ты мать в Москву не пойдешь, пожалуйста. А как это? Как ты? Я что, я пешком пройдусь до дома? Не, туда у нас. Ну, до утра, наверное, откроют. До утра больше, кажется, сюда будет есть. Не отключаю, не отключаю. Наверное, даже не сюда. Короче, Аги Марит пришел, надеюсь, все у вас обещал. Мы с всем классом приедем. На чего наша школа похожа, он нам столько обещал. Да, если всегда все путем было, если с этим президентом было. Всего, надеюсь, не собрались бы. Всего этого не было. Не заканчивается, и только началось. Только началось. Когда снизу, то все не стоит. Ну что, я кушаю, что не дорогой. Может помочь ему сегодня? Жалко, я не хотел в Сочи поехать. Да. Давай, бомба, давай, помоги мне. Убери камеру. Я убрал камеру. Убери эти бесконечные. Убери камеру, меня надо. Я тебя не снимаю, иди вообще что-то сделай. Иди в дорогу. Пока.